отрабатываются элементы, которые необходимо отработать космонавтам в случае нештатного приводнения на любую водную поверхность. Сейчас для них комфортные условия, потому что мы считаем на море штиль, полный штиль. А вот если в реальных морских условиях и реально морем испытать людей, находящихся в спускаемом аппарате, это очень тяжелое испытание, потому что реально о том, о чем вы говорите, реально воздействует на вестибулярный аппарат вот эта морская качка, и чем больше волнение моря, тем большее воздействие, и тем дискомфортнее чувствуют себя все члены экипажа, находящиеся в спускаемом аппарате. Есть два варианта, мы два сценария отрабатываем. Один сценарий связан с тем, что аппарат приземлился и дал маленькую течь, которая требует по-любому покидания спускаемого аппарата. И второй сценарий отрабатываем, и когда аппарат приводнился и дал большую течь, и нужно срочно покинуть спускаемый аппарат. Первый вот вариант, который мы сейчас отрабатываем, когда течь незначительная, когда можно будет космонавтам переодеться из спасательных костюмов, одеть снаряжение, полетное снаряжение, одеть свитер, одеть теплозащитный костюм и одеть прорезиненную форель. Есть такой костюм, вносимый аварийно в запасе. Подвязать к себе плавсредство «Нева», которое в случае нештатной ситуации на воде обеспечит плавучесть достаточную для каждого из космонавтов. Пристегнуть к себе блоки НАЗа, их всего три в составе носимого аварийного запаса в спускаемом аппарате, и покинуть спускаемый аппарат. Или вторая ситуация, переодеваться нет смысла, потому что времени недостаточно для выполнения этой процедуры, покинуть спускаемый аппарат в космических скафандрах. На что необходимо обратить внимание, чтобы каждый взял свой блок НАЗа и пристегнул к себе с тем, чтобы при покидании он сначала выходит в обрез, в проем люка, сидя на проеме люка, на обрезе люка, выбрасывает комплект НАЗа, свой блок, и потом покидает, как учат наши инструкторы, покидает спускаемый аппарат. Приводняясь, он подбирает блок НАЗа и уходит, освобождая место для покидания следующего космонавта, члена экипажа, который также садится на обрез люка, выбрасывает свой блок НАЗа и покидает аппарат. И так три человека, которые должны покинуть спускаемый аппарат, потом собраться в звезду и попробовать все средства, которые там находятся, покушать. Там еду, сублимированные продукты в комплекте есть, попить водичку, поработать сигнальными средствами, сигнальное зеркало, отработать элементы, дать о себе знать, сигнализировать о том, что они находятся в заданной точке. Вот такие элементы отрабатываются здесь при отработке действий при нештатном приводнении на водную поверхность.